Так, вот у нас Юпитер со спутниками 25 июля 2020 год, Харьков, 2:42 по Киеву. Уже видно по расположению спутников, что горизонт уклонится. Юпитер захотелось мне снять на этой локации, потому как сейчас перемещусь в место, где будет зарево от Харькова. Думаю, может, здесь как-то качество будет поменьше затмевать будет. Так, это шоу. Так, справа это спутник Европа, самый нижний право. Потом идет, по-моему, Ганимед. Его сейчас спрятан за Юпитером. И слева Каллисто должен быть. Ну, на экране довольно плохенько видно. Небо не идеально чистое, далеко. Где у нас Сатурн? Вот у нас Сатурн. Давай мы сейчас вас в один кадр поместим. Надеюсь, что это будет на экране видно. В окуляр все видно хорошо. Да, ветра нет, но небо не фонтан, дымка очевидная, даже в безлунную нынешнюю ночь ее видно очень хорошо. Так, это шоу. Сатурн 1 345 000 000 километров от нас. Да, облачка, конечно. Ну, не облака, дымка. Как будто где-то костры падают. Так, резкость. Лучше было не трогать. Да, попытался снять кому-то напоследок на УАЗ. На фотографиях даже с длинной выдержкой. Не нашел я ничего, даже с увеличениями, даже. Так, это я пытаюсь одним махом навестись на Плеяды, ничего не вижу. Ладушки. Так, и вот наше созвездие Большой Медведицы. Да, мрак, абсолютный мрак. Ну ладно.